Так я хочу к тебе. Ну давай. Почему? Не ищу простых путей. Блин, вон, спрыгнул. Иди, ты сама решай, как тебе жить. А я живу сам, как живу. Я сам решаю, как живу, да? Ну, идиоту. Нормально. Видишь, ты жив. Тут лифт есть. Да, это топ 10 неожиданных концов, я бы сказал вам. Всем доброго здоровья, всем привет, аппетит, еще скушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ну что, время вернуться в игрушку под названием Pro Force. Мы так и не нашли нового персонажа, спасибо, что нам об этом сообщили. Если что, я P1. Ну это что такое? Юля, ты про что? Да, нам говорили чемоданы. Мишка, ты прям ко мне их прислал. Так а как, где больше деваться, некуда было? Так, зажатие я помню, сейчас шибану. О, Юль, давай вдвоем. Два рукопашных персонажа, что может быть лучше? Так, сейчас сдохну, Юль. Вся а надежда на тебя. А сверху, сверху, сверху. Окей. Пожалуйста, туда лезь. О, отлично. О, спасибо. Надеюсь, мы дождемся нового персонажа. Все нам расписали, все нам рассказали, какие новые персы. И то, что нужно обилки будет использовать, все это мы поиспользуем. И спасибо большое за поддержку и за ожидание. В общем, ребята, огромное вам спасибо за все. И спонсором. И Юль сдохла. Вот а как вот. Я сдохла-то? Сейчас, взрывом. Как вышло-то? Видал, как я обошел? Ой, Мишка, аккуратно, тут бочка. Смотри, нате, нюхайте. Ой, я Грант кого-то убил. Наверное, не попадет. Жесть. Да, это жестко. И расписали, что за персонажи. Как что там, не временной патруль, а как там, патруль времени. Да, чувак. Да, 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 да. И как пройти ту миссию, кстати, нам тоже объяснили. Ага, где окей. Где вот мы не могли пропрыгать, там надо было замедлиться. По-моему, ой, надо валить. Ну почему опять я-то? Горизонтально отправилась. Просто. Ад. Шутка. Человек-неудачник, вот четко он, блин. Так, сейчас. А, стоп, и там еще есть. Да там я возьму. Есть. Рипли. Мы в прошлый раз подумали, что она новенькая, но это не так, если что. Стоп, так, не подходи, не подходи. Я отойду на всякий случай. Сейчас, смотри, жахнет. Вон, бери что-то вот здесь. Вот. Бери. Так, это... Или вот она... стой, я флексить могу. А, вот, да. Не, как ну это не то, не то, это правый бампер, это все фигня. Вот, смотри, пот какой-то у нас пошел. Че мы вот теперь? Это левый курок, Юль, запомни. Ой, а почему именно по мне-то попали? А я откуда стрелял-то? Стой, а это флексить. Ой, фу, Юль, короче, не слушай меня, пожалуйста. Так, ладно? Чего? Короче, флексить, это правый бампер. Ага. А... И левый курок это, к сожалению, обилка. Окей. Сейчас я к нему. Тихо ты! Тихо, сейчас. Надо аккуратненько так сделать. О, и давай. Все. Так, сейчас. Правый бампер, да? Ну да, да, да. Ну, оно, я не знаю, это надо подобрать сначала специальный чемодан, я так понял. Нет, только не это. Все, я тебе хочу помог. Жить. Давай. О, мое! Ой, не залез! Юль, пожалуйста, просто. А ты где? Внизу. Юль, не останавливайся. Да, прикольно. Нормально, ты смотри, добряк. Чё? Пила, давай кого-нибудь запили. Чё тебе не нравится? Смотри, как будто в нее воткнуть. Мне все нравится, мне пофигу. Я пошел все изменяться. Во, отлично. Ой, ну, замедление, это нормально, да. Стой, а разве у тебя. Смотри, видал? Мишка, ну что же ты делаешь? Смотри, говорит она. А потом, что ты делаешь? Когда бахнет, нет, это, пила-то. Юль, убей его и вали. Да-да-да, и вали. Да? Кто прошел? Ну да, но чуть-чуть это когда ты мне не мешаешь вещать. Да, давай, хорошо, сейчас проверю. Шутка, нет. Нет, я не готова к такому еще. Так, аккуратней. Сейчас я ему врежу. Ну ладно. Ну простите. Но он представлял угрозу. Для меня! Разнесем все это. Все, видишь, можно спокойно идти. На всякий случай хотя я у тебя буду пушка пробиваться. Пушка более эффективной была. Бери. Не сдох ведь. А чекпоинт-то нам нужен, нет? Да к черту. Сейчас я его порадую. Блин, ничего себе рванул. Так, вот это надо сломать. Вот я и хочу. Сейчас может в нас полететь. У тебя лучше штука-то. Вот, все, отлично. Вот, бери, тихо. Короче. Да погоди. Перса. Это хорошо. Вот этот чемодан она с флагом брать будет. Все, я тут... Сейчас бочки жахну! Ого, потемнело. Класс.
что ты такой. Класс, блин, сейчас люлей раздадут. Ого, джетпаковцы. Это что такое? Это что такое? Миш! Бомби все тут. Все, отлично, 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 отлично. Еще раз. Блин, что-то они не хотят подыхать. Ничего не понимаю, что здесь происходит. Что происходит? Нет! Милан сейчас приедет за тобой, давай. Выезжаем. Юль, ты мертва. Ты подставил меня. Вот я говорю, когда мне никто не мешает. Да, конечно. Я тебя спасать не буду, потому что... Ты к выходу идешь, да? А, нет, какой... Так. Нет, пойду, конечно, well. Чтоб было, да, на кого свалить. А это пробивается? Пробивается. Так, вот, стой. Ты прикалываешься? Чё, серьёз ли? А как так? Ой, ладно, чекпоинт. Не страшно. Вот эти штуки надо раздудосить. Я раздудосил. Ну там еще осталось. Во-во-во-во, стой, сила. Так слушай, а как вот зафлексить-то вот, ну там. Иди отсюда. Ну я вот смотри, я потный. И что дальше? Как, блин, о, у меня какой-то... Прыгаем! Я флексил. Юль, да, вот это просто можно сломать. А что? Нажми Y. Есть. Вот держи с этим. Ах ты, синоморф. Блин. А, это типа подкрепление? Да. Так, все, пошел. Все, разбомбил. Вся. И я тоже. Идиота. Ладно, давай, все, прикалывайся, хватит. Так, сейчас это Миш, твои под контролем, проблемы. Ничего. Сейчас. Я поехал, короче. Так, это я не трогаю. Ну только не вызывай, все. Сейчас, я за тобой приду. Давай, я вижу. Ой, не сработало. Ча, нормально, бах. О, так, ты где-то снизу, ой. Ай, так, я даже не знаю, как тебе тут пробиваться ко мне. Зарежь. Кишки наружу. Тварь! Все, Миша фейл. Что-то как-то, да, поехал я, короче. Миш, ну ты нафига поехал-то, а меня, блин. Юль, как бы, живи. С этим. Да. Игрик. Бочку можно не убивать. Так. Сразу же. Эту не надо. Долго ей стрелять. У меня классный чувак. С отсылкой умер. О, Юль, хорошо. Да. Пожалуйста. Да. Стоп. Тебе просто пройти вот. Ну. Я хочу к тебе. Ну давай. Почему? Стоп! А я же и не стреляла даже по ней. А, ну типа даже так срабатывает. Да. Ну блин, все было идеально. Шухер. Я сразу же, короче. Ой. Сразу же, короче. Так. Ой! Блин, я сдох просто на ровном месте. Я не могу больше эту миссию проходить, что за фигня. И у тебя аккуратней. Зажимать еще можно, лучше не знаю об этой кнопке. Так, пофигу. Я просто слежу. Блин, стоп. Шухер. Дали? Тихо, подожди, пока все плиты. Тут вот нельзя? Ударь тут, да. Нажми на Б. Все, спасибо тебе большое, хороший человек. Видал? Нормоз? Ну так. Фига себе. Еще что-то ему не нравится. Уходим. Мы зато хотя бы дальше. Не уходим. Там что-то есть. Еще одна жизнь у нас есть. Ой. Так, видал, что я тут натворила? Ой, все, пока. Мне... Да что происходит? Включай бензопилу. Пока. Нет! Что, реально? Видишь, как так вышло-то? Да можно отпустить нас уже отсюда. Сколько можно в эту миссию нас мучить? Мы поняли, что она прекрасная. Блин, ну это какое-то издевательство. Ты умерла? Да. Ничего. Спасешь меня, давай, я верю. Сейчас, я подожду, пока тут все поразвалится.
Так, сейчас я сделаю. Вот снизу, снизу пробей. Тихо. Вот этот. Чё? Не ищу простых путей. Блин, вон, спрыгнул. Иди, ты сама решай, как тебе жить. А я живу сам, как живу. Я сам решаю, как живу, да? Просто как... чепушила. Юля, аккуратней. Никого не убила. Давай сразу же черта. Блин! Нет, я нажала прыжок-то вроде. Юль, мне уже плохо. Надо уходить. Все, надо это. Ну, Миш, а мы, между прочим, почти прошли ведь эту миссию. Ну, миссия классная, ребят. Просто проходим ее, клево. Да, так она нам понравилась. Да, чего уходить? Давай, жми. Мест не уходит. Я вообще-то тебя спасать пошел. Ну, как спасать, если я жива? Меня телепортнули, блин, к ней. Вот, ну как так? Так, я этого... Тихо, ну, я тихо, не пойму, там... вот он... Взорвался. Там... Чё? Там жизнь, я пошел за человеком. Сейчас рванет. Все. Все. Я иду, погоди. Ну давай, чё? Фулл эмо. Амо. Блин. Сейчас. Я узнаю, как... пройти безопасно. Нормально, крыси, ты крыси. Видишь? О, замедление. И теперь прощаемся с ним. Быстрее, вертолет! Ну нет, ну почему меня подставили? Снова, снова и снова. Должно было снова так. И снова. Должно было так. Зашибись, подставили меня. Плеточник какой-то тут. Он сейчас сто пудов босс будет. Видал, кто там? Сдох. Вот Миш! Лох. Просто какой-то обоссанный. Ну серьезно, серьезно. Вызывай псов, жрите эту. Прочистил. Нормально. Так, здесь. Давай, я возьму. Кого? А там никого не было? Я бы, конечно, пошутил, что клетка как раз для тебя была, но не буду. Блин, да. Так, сейчас так нельзя. Аккуратней. Нормально, ты видишь, все под контролем. Так, ждем, пока она сдохнет. Все, отлично. Спасибо. Чего? Джеймс... Бродер. А это что такое? Это кто? Ну, я понял. Стоп. А это кто? А я еще живая или ты нет? Ты уже нет. А, ты живая. Давай, валим его. Блин, он гранат раскидывает. Или это твои? Это я. Была сдохла. Сейчас я спасу. Давай. Ну, я, если честно, не поняла, как этим персонажем. Жми Б там, у тебя еще сейчас терминатор будет. Флексим? Не знаю, для чего. Ой, сейчас что-то будет. Блин! Так, сейчас. Дристан, стопэ. Так, куда он? Блин! Так, есть. Он прям на меня! Сейчас. Во, у меня флекс есть. Во, видала? Да, я вижу. И чё теперь? У него половина жизни, а меня нет. Как? Я правильно зафлексил? Я не умею флексить, ребят. Научите флексить. Так, ой, сейчас. Мишка, ты сейчас еще и вот от этих. Я убью их. Аккуратно, он, кстати, когда падает, он, ну, ты сам понимаешь, да? Убивает. Я убью. Так, ладно, ну мы сохранение, так что... Ты этот боец. Ай, можно? На, смени. Так. О, да блин, да какого черта? У него черта? На Б офигенная штука. Да какая? Блин, она не поможет мне с боссом. Я спать лег. Смотри, какая опасная. Все. Ну смотри, чё, меня прям первым же делом спаси. Спаси меня, я вот иду. Иду, где-то. Иду. О! Чё-то как-то странно, ладно. Стоп. Вот, суперсила, я взял. Теперь, ребят, ну как там, зафлексился? Научите флексить. Ё-моё, а, это он тут. Подойди к флагу. А, где он? Вот он. Спасибо. Появился? Угу. Это его или да, наш? Да, да. Ну-ка, да, мои, вот видишь. Стрелять научился тут. Алин, я сдохла. Класс. Ну, под пулю попал. Я внизу. А, да, класс. Сейчас. И тут клетка пустая была, кстати. Ну, видимо, в этот раз. А что за ящик вот там, интересно, такой? Ща, ящик. У нас пол хп снесли, Юль. Любопытство Робокоп погубило. Ну я просто не знала, что горите. Там. О, машинка, ты что? Миша, аккуратно. А, у меня машинки. Вместо... Блин, я, если честно, как нуб себя чувствую в этой игре. Мафинка.
Тихо. Машинку запустили? Да я уже запустил, у меня все машинки кончились. Да, я жду, пока он меня раздавит. На, гори. Ты эти, кстати, можешь уничтожать спокойно. Да мне страшным осталось пнуть по носу. Блин, вот гад. Он сейчас где-нибудь здесь приземлится. Прям на тебя сейчас. Че за фейл? Просто позорище какое-то. Я не могу жить в таком мире, где нет справедливости. Ой. Блин, долго появлялся. Ты собаки! Вот это уничтожить надо. Да, оно нам поможет. Поможет. Тут нету? Во! Взяла что-то, нет, не взяла. Ой, так, ой, ладно, ой, я звук надо... там даже не слышу. Миш, ты живой там? Да, 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 живой. Пробираюсь вверх. О, я почти наверху. О, фига, да? Там припануло. А что это? Я взяла суперсилу, да? Все, а он здесь. Не знаю, делаем все, что можем. Не знаю, я что-то делаю, реально. Умираю, нет, не умираю. Еще нет. Я ничего не понимаю. Умерла. Иду спасать. У тебя перст-то классный. Спасибо. Юля, я тебя спас теперь. Так. У тебя хороший перс. Тебя подбодрит. Классный. Блин. Вот это мне вот страшно. Фигня. Флексим, флексим. Я не знаю, как он... А, вот оно работает, да. На... Блин, когда он там приземлится-то, нет? Да. Миш. Да он в тебя стреляет сейчас. Не попадет. Тяжело... Как по... А как попал? Так, он сейчас же прямо твоя душа стреляет, должна... нет? Здесь тело должно быть, нет? Да. Странно, слушайте, я что-то не поняла. Да. Не, ну, реально. Тебе, конечно, фигню дали. Тут нам он не сильно поможет. Юль, умирай. Взрывом меня, а вообще ты как? Бахнуло. Взрывом. Не меня, не меня, не падай меня, пожалуйста. Вон, урони его вниз. Да, чтобы он сейчас вот по дороге на в меня бэшку попал. Да я есть? Стреляю на бэшку, а-а-а. Юля. Блин. А на ближний, точнее на обычный, это что у тебя? Чуть послабже. Мама. Все. Стреляй, прыгай, стреляй по нему. Да погоди ты, я тактично решаю этот вопрос. Но он сейчас тебя все расфигарит здесь. Меня спасет этот флаг сейчас или нет? Нет, больше я не верю ему. Так. Блин, ну вот... Сейчас запущу торпеду. У тебя есть тренер. Тренер? Гори! Сейчас меня раздавят еще. Тут негде садиться, чучело. Миш, он же... Желейный? Желейный робот, я так и знал. Так. Сейчас он вверх подлетит. Так и хрен с ним. Я его убью, свет. Ну вот бы хоть бы... Блин, да это жесть. Спрыгни просто и гаси. Спрыгни, его. Блин. Да какого черта эта машина-то? Я уже... Все, не умираю. Я поехал. А, это ты. А что у меня? Вот это точно я не помню, что это. Нравится. Ну, это специальный слив сейчас не был. Было нам это персонажа этого не было. Так, все, я выдвигаю. Да блин, да почему? Ну, земля же была подо мной. Я сбрил. Простите. Юль, ну два эти... Уже который... Уже который раз. Псина. Не жрите друг друга. Блин, ну тут люди. Ну как я должен за ней угнаться? Я не знаю. Погоди. Блин, чуть не запилило меня. Только не бей, пожалуйста. Там, так. Давай, все, выступаем. Я жива? Да, я сейчас оглушу. Меня дезориентировали, ну, типа, какую-то оглушили. Спасешь меня? Да ты я ж кидал. А у меня вот этот значок. Сейчас, да. Сейчас, погоди, вот пока. Давай, давай, спит. Окей. И вообще, без базара, как говорится. Ну, сегодня вставать будет? Блин, встал, козел. Так хорошо было. Да не говори, зачем мне понравилось. Зачем проснулся? Так, Юль, у тебя, как бы это сказать? Да, ноль жизней. Так, но ладно, сейчас я тебя спасу, я спасу, даже не спасу. Знала, сейчас куда мне вот деться. Это бы взять, вот оглушалку, патроны надо, короче, блин, тут еще. Миш, вот сейчас попадет, надо... смотри, это четкий расчет. Так, вот смотри. Сюда давай. Страшно. Ты упадешь сегодня. Блин, не туда. Сейчас, флешка. Она поможет мне. Она спасет мир. Сейчас, он уснет, усни, собака. А, ну ладно, 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 гори, давай, сдохни, есть, Миш, хорош вообще, сдохни, красавчик.
Фу, ну это такая жесть была. Ну это не миссия, а говномиссия, вот так скажем. Так. Ну, сложно. Чем мы там не могли пройти? Какую-то сундучатину или что там? Чем я даже не помню. Может где быть, вот Сэшка осталась? Это вот, может, она осталась, да? Не давайте чекнем. Да, и нам еще какую-то другую часть. То есть ты понял, да, как? Во-первых, нам сказали, как-то руки друг другу шлепнуть надо. Гигачат включить. Наверное, вот это и есть, да? Стой. Да, стой, стой. Нажми бампер левый. Левый? Ну. А, что вы... А, правый. Вот сундук, стой. Ты готова? Нет. Ну, уже не важно. Пошли. А где идти-то? Ну, сейчас. Ты просто меня даже ничего... За мной, ты же видишь меня. Вот за мной иди. Вот это берем. Блин, ты взяла. Левый курок. Быстро. Нажала. А, все, курок. Просто до этого говорил бампер. Я что-то это... Ну, это вообще... Ну ладно, все, my fail, как бы. Тогда я возьму все, тогда. Все, бери. Все, пошли. Пошли. Надо прям по бочкам там, по бочкам, да, по маленьким. Да, прям мне на бочку эти бочки. Блин. Ну я поняла, кстати, да, в чем фишка. То есть... Но мне просто бочка прям на бочку упала. Все, пошли, бо-бо-ро-бо-бо-бо-бо, и не останавливаемся, опа, еще раз включаем, и не останавливаемся, бежим вниз теперь. А, вниз? Быстрее, женщина! А, вот ну, я не знала просто. Ну, я же тебе говорю, ты должна башка соображать быстро, иначе... Да блин, ну... Все, пошли, бегом, уже потеряли много времени, быстрее. Проходим, оп, молодцы, красавцы, вниз, быстрее. Ну, блин, ну я не знаю, мне проще сдохнуть тут. Ну, тут надо на одного играть, если так будем. Ну, она, видишь, иногда за, как сказать, не, потеряется. Давай. Нормально. Сейчас мы это... Вот еще один чемодан надо брать, постоянно пополнять. Вот что моя ошибка. Давай. Во. Только на пилу... А, я на пилу попался. Вот а сейчас лучше. Как? Ну, тебя что-то там снесло другое. Так, стой. Пошли. Надо еще. Короче, все... О, спасибо. Это, кстати, стрёмно. Я сдох тоже. Я поздно как-то нажал. Как-то ведь прыжок, ребята. Ой, точнее, бег еще говорил. Блин, Юля! Чего? Гениально, точно! Как я мог забыть про эту фигню, что... Блин, я забыл вторую заюзать. Тут с бегом-то 100 раз легче. Так. Блин, нету больше ни одного чемоданчика. Так, слушай, я все очень сложно. Так, погоди. Но мы хотя бы, ты видишь, да, мы продвинулись. Да. Ой, чекпоинт. Так, тут... Все, бежим. Бежим. А, беги, Юля, беги. У тебя, к сожалению, это нету. А куда надо было-то? Наверное, вниз. Ну, я умер. А у меня эти. Вот эти флаги обязательно берем. Все, бежим. Бежим. Вот это, да? Нет, не с кулачком. Так, сейчас. Блин, не сюда. Нет, слушай, а куда надо? Вопрос, конечно, интересный. Так, сейчас. Пошли. Может, наверх куда-то, я не знаю. Так, вперед. А куда? А... Не может, поняла. Давай, знаешь, что сделаем? Забьем. Ой. На эту миссию. Ну, в принципе, кстати, мысль-то неплохая, забить. Ну, как будто может, вот наверх, подождать, но... пока она развалится. Ну, как-то слишком рискованно. Давай пока как вот так. Вот давай этот, пока смотри. Так, давай пока так. Не, это нет. Фигня. А, хотела сказать, на вот этот, а-ля вот как такой же, видишь, плакат, оно типа... Бустится, что ли? Ну нет, но он как бы запрыгивает, и тут вот такое есть. Блин, ну оно никак! Я думала с него хотя бы запрыгнуть туда, но нет. Сложная миссия, ничего не понимаю, блин. Так, ладно. Бежим. Блин, я застрял, ну как так? Ну вот смотри, это вот по идее был бы идеальный вариант. Как-то мы с этого... Стой, давай потренируемся, не торопись. Стой, не торопись, вперед не заходи. Как тут вот по нему? Как вот он? Блин, ну зашибись. Вот так. Давай с 3 попытки и выйдем из нее. Из этой миссии дурацкой. Не получилось, так и не надо. Все. Юль, у тебя, да? Я нажала, нет? Угу, молодец. Сейчас надо, только мы не бежим. Давай, стой. У меня есть идея. На этой бочке? Да. Ну как вот? Ты как-то вот...
Ну, идиоту. Нормально. Видишь, ты жив. Тут лифт есть. Да, это топ 10 неожиданных концов, я бы сказал вам. Так, я нажал ее. Я, короче, на этой драндулетке поеду. Вставай на нее, вот сюда. Ага. Что-то ты... Спасибо. Что-то ты... Что-то тебе башку снесло. Вечная драма. Там утка... Блин, Юль, жми. Угу. Блин. Ну это жесть какая-то. Вот смотри, ну я же нормально как бы делаю. Жми курок. И дальше. Ты на меня-то прыгай, иначе уеду без тебя. Без тебя... Ай, надо было раньше прыгнуть. Ну да, но это одна из таких бредовых идей. Тупая, конечно, с одной стороны вещь. Ну это я ее придумал. Но может сработать. Тупые вещи работают. Я первее ее зажгу, пошли. А я не допрыгну, давай, Юля, я верю в тебя. Без сохранения, пожалуйста, насри на все. Вот, вот все, молодец, Юля, ты просто супер. Давай, сюда быстрее, быстрее, быстрее. А, окей. Вот эту штуку. Все. Блин. Пофигу, лифт, пофигу, лифт, 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 это взрывающийся чел, лифт, там лифт. Да быстрее, господи. Да, да что. Но, ты уже. Но, Миш, почти, кстати. Да ну, да какой ты жопу это придумали. О, зато мы продвинулись. Да, это правда, но у нас нет жизни. Что за звук унитаза? Так, надо вниз спускаться сразу же. Блин, да не с этой стороны. Юль, вот это надо было взять. А что такое? Там, короче, флаг, кубик надо брать. Ну, типа, патроны. Чтобы мы могли эту использовать. Вот да я путаю. Все, все, все. Побежали, 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 побежали. Бегу, побежали, бегу, побежали. Бегу, 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 бегу. Еще бегу, один раз крок юзаю. У тебя тоже, отлично. Бежи, бежи. Блин, я тебя путаю с собой. Так. Только не говори, что на этой... Юль, 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 молодцы! Ну, наконец-то! Yes! В общем, Юсилим Д5. Это какая-то жесть, если честно. Замедление получилось. Молодцы, молодцы! Ну, мы это закончили. Ну, да, оно было, кстати, очень непросто. Все-таки, ну, смотри, мы дожали эту миссию. Но она реально непростая, как мне кажется. Особенно еще бывает, когда вот вдвоем тут, ну... Да, я сейчас себя терял. Иногда проблематично, да. Я представляю, вчетвером. Иногда легче, а иногда, конечно... Там в кустах. Все черти. Я вот только реально пробег вспомнил. Вон сила. Силушка. Че вот? Ой, он еще жив, так. Оказывается. Блин. Все, я понял. На Б, значит, я пошел вниз. Тихо, 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 тихо. Меня-то... А это что? И чё? Чё ты хотел этим сказать? Стоп. Я за ним. Погоди. О, свинки. А он, кстати, смотри, вот это чё? Это на Б первый раз жмёшь, у тебя юзается эта штука. А замедление было. Всё, я понял как. Стой. Пошли ты с нами, мужики. Это наши, да, пошли. Вот тут в кустах. Его расстреляли. Блин, да, здорово ты придумала. Тихо, главное, чтобы на нас там не... Блин, сейчас. Сейчас, погоди! Да мне пофигу. Зря. До свидания. Так, ну ладно, прошли. Ты не можешь секунду, да, подождать? Нет, не секунды, простое. О, сейчас что-то будет, я вот отвечаю. Вот это берешь, и у тебя... Блин. Короче, я и тупой, извините. Я вот жму что-то, убиваю. У тебя вот сейчас этот появился. Блин. А что такое? У меня спецверевка дополнительная. Сейчас босс будет, походу. Или что? Что так тихо? Юль, ну ты нафига вот гранаты юзаешь? А что? Хочу. У тебя вот сейчас... А что это такое? Что это за прикол? Спасибо, игра! Или прошли, конечно. Ну ладно, что это такое, непонятно. Было сложно. Так, чуваки, но они, походу, уже дохлы. Нет, не дохлы. А вот это уже дохлы. О, трупики. И кто-то из них не трупики. Мишка! Ну, меня убили, спаси. У меня этот взрывной чел, аккуратно тут. О, у меня, смотри, чувак без головы ходит рядом, зомби. Ой. Ой. Сейчас увезет. Прям под бочку встала. Сама себе налажала просто. Миш, аккуратно, тут же из них выпадают. Это мой. Хоца, хоца, хоца. Не, Робокоп мне не быть. Что ты пытался сделать? Да я хотел его этим... А, это Судья Дредд, черт возьми.
Ну ладно. Вот это молоко берешь, и у меня есть, смотри, пилюля. Я теперь понял примерно, как, ребят, юзать. Все. Флексить это одно. Страшно. А вот допы какие-то на карте, это другое. Юль, снизу клетка. А, ты сдох? Ну я устал, видишь. О, вот, а ты дожди. Вот силу берешь. А, это вот бэшечка можно заюзать. Таблеточка. Сейчас там в кого-то прилетит. Блин. Вау! Ничего себе! Так. Так. А там. О, есть! Наконец-то мы дошли до этих. Чужие. Чужих, да. Фига, тут, кстати, вон можно. Угу. Спасибо. Тебе добрый нельзя. Добрый человек. Тебе нельзя. Прикольно, кстати, у меня вот этот чувак с жетпаком. Блин, они снизу же эти. Я вот помню, они жесткие вообще. Пока. Ну, Миш, ну, блин, я тебя прибью сейчас. Серьезно? Не, ну серьезно. То есть пока я гасила этого дьявола, он, значит, срыгнул отсюда. Ну, это твои проблемы. Прямо скажем. И некоторые свои. Эх. Ой. Все. Да, блин, спасай быстро. Надо подумать. Сейчас я тебе подумаю. Сейчас я тебе так подумаю. Ну, вот это сразу же кучу. Так, спасаем, спасаем. О. Ну, конечно. Фига ну, себе. Кстати, нормально, мы уже видели, как раздел, так что нам не страшно. Так я уже одного раздел. На! Шлепнул только. Фига там взрыв. О! Ой, а это мелкие, что на голову которые. Да, сдох. Как крабы прям. Бджи-бджи-бджи-бджи. Это мой. Ну, во, вот сейчас что-то будет. А, понял, курочка. Погоди! Это твои проблемы! Ну вот и справляйся с ними. Уи-уи. Твои проблемы, я тут пробью. А куда меня? Странно. Прощайте. Ты опять меня подставишь. Я зато быстро добрался до финиша и прошел уровень. А все остальное уже не важно. Ты разбиваешь мне сердце. Ой, это, конечно, стрёмно. Ничего себе, сжарил их тут. Мужики, дайте пройти. О, фига, я ему башку снесла. Фига, я шахтёры там. О, Юля, я до куда и добрался. Да? Да. До чьих-то. Сейчас я спалю их. Смотри, всех выгоню. Неплохо я тут почистил. Сейчас, смотри, трехочковый. Блин, не очковый. Не очко, обычно губит. Шухер. Вот так вот, Юль, пока. А я сдох в итоге. Да уходи, ну или не знаю, как хочешь. Только ладно. Не сдохни. Я даже могу я здесь подождать. Ты. Я сейчас тебе помогу, давай. Спасибо, видишь? Спасибо, я справедливость восторжествовала. Ножичком зарезала. Да на какой-то момент я все-таки думала, стоит ли, как говорится, игра свеч. О-о-о! Эй! А если же зажала стрельбу, почему, ну, типа, странно, Миш, ты помнишь, да, что меня спасти? В следующий раз. Так, выступаем. Как еще по-тупому потратить свои жизни? Ну ладно, все, Юль, пошли. А, я... Фу, чуть не проморгал, Миш, хорошо, что мне... О май гад! Да вы че, серьезно? Класс. Пойду пилить его. Сейчас он меня сожрет. Давай, он, кстати, так хорошо башку свалил. На, я ему в башку как раз попал. А меня обструлял, Юль. Ты сдох? Да, аккуратнее, то если он в тебя попадет. То я умру, да? Так, надо его слепить. Ну он просто так хорошо, на самом деле, я стояла, он по мне не попадал. Я думала, что я нашла... Блин! Такое четкое место, как бы. Фига себе он струей. Как бобра. Он? Почти. Миш. Блин, ну он очень сложный, прям скажу. Ну нормальный, были сложнее, как мне кажется. Не, он супер сложный. Блин, нафига я тут запустил? Вот это чё уж, на чё жать-то, чё, как? Вот и работай. Да? Сейчас я тебя спасу, если возможно. Да если убивай его просто. Изи! Real talk. И всё, я там лежала, только благодаря сейчас. Мне. Блин, жалко тебе, да? Я отравляла сейчас. Его. Сейчас.
мы тебя... своим трупным ядом. Да блин, она... Да все уже. Миш, ну не сдохни просто. Ну, погоди, тут не все так просто. Все отлично. Там босс уже, ну да точнее... Да я вижу. Конец. Зарез. Вот, я вам дал, как это красиво. Мучка сменилась, кстати. И прикольно. Снова за минуту. Прикольно, кстати, что у меня вот черепухи еще шлем был. Ну что, в следующий раз дойдем до туда, да? Всем хорошего настроения. О, всем пока. Всем пока.